В библиотеке Есенина прошла встреча молодежных организаций с представителями основных религиозных конфессий в рамках проекта «Школа добрососедства». Проект «Школа добрососедства» нацелен на создание диалога между представителями разных национальностей и вероисповеданий, объединение различных государств, общественных, национальных и религиозных организаций для совместных действий по противодействию экстремизму на национальной религиозной почве. В Московской области проект «Школа добрососедства» существует на протяжении 10 лет. Его главная идея – передача знаний, которые помогают понять культуру, искусство и политику других стран. Такие мероприятия расширяют кругозор и укрепляют отношения между людьми разных национальностей. На встрече присутствовали представители трех подмосковных конфессий – иудаизма, ислама и православия. Беседа прошла в комфортной и дружеской обстановке, а после рассказа о каждой религии молодежь смогла задать вопросы.